Итак, всем добрый вечер. У нас очередной маленький семинар, приуроченный к курсу по Python уровень 2. Как всегда, мы говорим о том, что времени на все не хватает, поэтому на курсе разбираются самые основные моменты, а то, на что времени хватает, мы рассматриваем на таких дополнительных семинарах. Ну, а те, кто еще не был на этом курсе, вы можете убедиться, чем мы там занимаемся. А сегодня у нас речь пойдет о, как у нас назвали наш семинар, о скраперах. Громко. Простыми словами, периодически у нас возникает необходимость, что сделать? Дернуть контент с другого сайта. Часто вообще актуально. Говоря простыми словами, воровать чужую информацию. Но не все целиком, а ровно то, что надо. Вот. Поэтому мы сейчас с вами посмотрим, рассмотрим, я вам покажу просто, куда смотреть. Два вот интересных, скажем так, модуля, расширения. Но для начала давайте начнем с того, что у нас есть в коробке, да, что нам Python предлагает из коробки. В коробке у нас... Окей, не то. В коробке у нас есть... URL lib стандартная, URL lib request, откуда можно заимпортировать URL open. Это мы сейчас просто смотрим, как оно, в принципе, все это дело работает. Теперь, ну, для начала давайте возьмем какую-нибудь простую страничку, в которой мало текста. Ну, что-нибудь типа, вот если мы, например, сейчас запросим на какой-нибудь ленте.ру, предположим, страницу, которой не существует, то нам примерно должен прийти вот какой-то такой ответ. Да? А раньше он, кстати, другой приходил. Ну, текстика здесь не так много, уже хорошо. Поэтому попробуем эту страничку и запросить. Соответственно, URL open, который мы заимпортировали. Здесь мы попросим у ленты.ru то, что мы хотим. То, чего, естественно, нет. Ну, все равно, но пусть будет так. Мне так больше нравится. Вот. И сразу же напечатаем. Соответственно, естественно, то, что нам вернется, мы вернем какую-либо переменную и воспользуемся. То есть у нас там будет соответствующий объектик, у которого будет соответствующий достаточно простой метод и read. Read. И по идее, если у нас все хорошо и все нормально, то мы сейчас должны получить, ну да, вот мы это дело получили, какую-то страничку, ту, которую мы видели, да? Вот примерно так, 404, not found, бла-бла-бла и так далее. А вот. Это то, что нам Python предоставляет из коробки. Но, понятно, это не шибко удобно. Кроме того, вы видите, тут на самом деле возвращается вот этим вот методом read, возвращается бинарная такая строка, которую для того, чтобы по-человечески как со строкой работать, надо ее сейчас декодить дополнительно. В общем-то, это все неудобно. Вот, неудобно. Поэтому, естественно, мы сразу же сталкиваемся с тем, что нам хотелось бы, вот, например, из такого даже текста, ну, например, выцепить как минимум, предположим, заголовок, title, да, или, например, там, H1, да, должен же у них здесь быть где-нибудь H1.
Хотя у них там, а нет, вот он есть, да. Вот, H1, предположим, да, выпихнут. Понятно, нам в голову приходит, что, ага, давайте-ка мы это сейчас преобразуем бинарную строку в нормальную строку, потом вспомним, что у нас есть регулярные выражения и начнем ломать себе мозг. Мы так делать не будем, почему? Потому что у нас есть достаточно удобная модуль такое расширение, которое называется Beautiful So. Да. Ну, понятно, его надо доставлять. Оно у меня уже проставлено. Через pip оно ставится элементарно. Оно известно как BS4. Вот так, да? Pip install BS4. Оно должно поставиться без проблем. После чего мы опять же обращаемся к вот этому нашему замечательному дополнению и импортируем, собственно, BA. Главное теперь не перепутать. Beautiful. Нет. Full. Beautiful. So. Beautiful. So. Вот. И. Ага. Что-то я где-то тут неправильно, наверное, написал. Сейчас мы сделаем все. Ага, конечно. Соуп. Соли. Не к тому соупу привык. Рука набита на другой соап. Но это из другой оперы. Скажем так, да? Вот. Что мы можем с ним делать? Да, что он нам дает? Он нам дает более широкие возможности. То есть, обратите внимание, точно так же, используя, например, тот же самый URL open, да, нашего коробочного, скажем так, функционал, мы делаем следующую вещь. Мы создаем экземплярчик этого самого Beautiful Soap, куда, обратите внимание, передаем, то есть мы точно так же по-прежнему дергаем HTML read, но передаем сюда первым параметром. Вот. А вторым параметром указываем, что мы хотим парсить. Тут указывается парсер, штатный парсер, который идет, опять же, как бы из коробки в Beautiful Soap, называется HTML парсер. Там можно доставить всякие разные другие, типа там XML парсер, предположим. Но что мы вместо этого получаем, да? То есть вы видите, что эта строчка та же самая, что и была, да? И это то же самое, что мы делали, но мы бросили это в Beautiful Soap. И что мы имеем? Мы имеем теперь объект, к которому можем теперь обратиться, ну, например, если я хочу сейчас вытащить текст из HTML элемента H1, да, я просто-напросто обращаюсь к нему вот таким вот образом. Да, вытащи мне, соответственно, текст из HTML элемента H1. Вот. И мы должны, по идее, получить. Да, вот как видите, мы получили ровно то, что мы хотели. Да. Ну, опять же, здесь, поскольку H1 в нашем тексте единственный, то мы тут напрямую к нему обратились, можно было пройти длинный путь, например, если нам нужно точно указать, где что находится, да, можно было показать путь вот такого плана, да, например, что в боди есть H1, да, например, или там есть какой-нибудь там div, а в div H1, и так далее, по точечкам вот так ходить, собственно говоря, это все будет суть одна и та же, да, как видите. То есть уже удобно. То есть уже удобно, единожды дернув этот текст, он сам преобразовался во что нужно, и мы теперь уже можем со всем этим делом работать. Что уже хорошо. Вот, однако, помимо вот этого Beautiful Soap, который удобный, мы сейчас еще сделаем одно дополнение хорошее,
которое называется requests. Оно ставится точно так же. Оно у меня, опять же, я его уже поставил, чтобы не терять времени. Requests. Вот так вот, да? Requests. Вот. И здесь он просто импортируется, этот request. После того, как он ставится. Вот. Что он дает? Да, чем меня не устраивает стандартный вот этот URL open? Дело в том, что мне может захотеться, обратите внимание, предположим, да, получить не только текст, правда, а получить, например, заголовки ответа, какие-то приходят, например. Потом, надо не забывать, что когда нам идет возвращение, соответственно, запроса, нам возвращается тот или иной статус ответа, правда, да, вот в данный момент, кстати, у нас вернулся статус, предположим, 404, да, если я в реальной жизни, например, опрашиваю какие-то сайты по очереди, первый, второй, третий, четвертый, то понятно, что, скорее всего, мне нужно будет отслеживать статус, правда, то есть, если мне пришел статус 200, который окей, то я беру и работаю с текстом, а если мне пришел, например, 404 или какой-либо другой, то я, соответственно, предпринимаю какие-то другие действия. Вот, поэтому вот этот вот request, он нам позволяет делать гораздо лучше и гораздо больше. Например, то есть в данный момент нам нужно, да, то есть с этого момента мы начинаем работать с чем? Да, я использую в качестве доступа к сайту, я использую вот этот request, а в качестве разбора, соответственно, beautiful swan. Ну, поскольку, опять же, у нас этот семинар привязан к, как я уже говорил и повторюсь, курсу Python уровень 2, который в основном посвящен объект-ориентированной парадигме, то дабы нас не упрекали, что мы ее избегаем, мы чуть-чуть заобъектно ориентируемся, да, для начала. То есть, например, давайте напишем небольшой класс, который назовем content. Вот так, да, класс content. И определим у него, например, соответствующий конструктор. Здесь у нас, конечно, self, который будет принимать, собственно, три вещи. Это URL запрашиваемый, это title и это, например, body. Ну, мы с этим делом и будем работать. Вот, здесь мы банально определим все эти параметры. URL, понятно. Title, а body в body. Ну, body в смысле контент, скажем так, да? Вот таким вот образом. Вот, сделали. Вот, теперь давайте напишем небольшую функцию, пока мы на этом объектно-ориентированную часть как бы завершим. И сделаем что-то типа функции под названием getPage. GetPage. Которая, не туда поставил, которая будет, понятно, принимать URL. Сейчас, секундочку. Так вот. Угу. Значит, здесь, обратите внимание, мы как раз поиспользуем вот этот вот наш request. С помощью метода request get мы передаем туда URL. Кстати, еще в чем удобство request, вы все-таки, наверное, скорее всего, знаете, да, что у нас есть разные HTTP методы доступа. Вот. Разные ситуации бывают, поэтому request нам дает разные возможности. Ну, здесь мы примем, соответственно, то, что пришло.
Как я уже сказал, можно проверить, потому что поскольку меня интересует непосредственно, статус, например, 200, да? Поэтому мы напишем что-то типа, если request у него статус код у нас есть свойство, если это 200, то тогда что-то сделаем, да? Мы вернем вот этот наш, я себе позволю небольшой копипаст, дабы сэкономить время, на Beautiful Soap. Первым параметром мы передадим сюда что? Текст. Вот так. То есть вернее, да, вот. Вот он текст. То есть статус-код возвращает статус, текст возвращает тело ответа. Ну а если мы не попали в 200, если у нас, например, там, предположим, 400 пришел, то тогда давайте пока, ну, например, none вернем в конце концов. Вот. И не будет никаких проблем. Предположим, да? Вот так. Так, вроде как хорошо. Вот, теперь давайте напишем, опять же, некую функцию, которая будет принимать, мы будем дергать этой функцией, выбирать новости с сайта Лента.ру. Ну, понятно, будем передавать сюда. Да? Вот. Значит, что мы будем делать? Да? Во-первых, мы дернем вот эту нашу выше описанную функцию getPage, прокинув туда URL. В ответ должен вернется что? Beautiful song. Или none, к слову, да? Или none. То есть у нас уже есть выбор, поэтому мы сразу давайте напишем так, чтобы не париться, да, мы напишем, если то, что вернулось, это none, то и обратно его вернем, собственно говоря. Ну, там в base будет none, то есть вернем none. А если все у нас хорошо, да, то тут сейчас мы кое-что напишем, да, друзья мои. А что мы напишем? Смотрите, какая штуковина. Ну, поскольку у нас в современных очень тяжко, друзья мои, что-то найти, прям скажу, в новостях положительное, поэтому я тут опять же, дабы не выискивать, чуть-чуть заготовил такие позитивные новости, скажем, да, потому что их и так мало. Вот, ну, примерно вот такая вот новость. Да? И, предположим, я хочу выцепить, собственно говоря, из этой новости что? Вот этот вот заголовок, ну и там какой-то, предположим, текст. Какой-то текст. Естественно, я попытаюсь это дело проанализировать, заглянуть сюда в код. Код выглядит вот так красиво, да, замечательно. Вот, я, естественно, попытаюсь найти H1. Кстати, вот он. Вот, и хотя правила хорошего тона давным-давно уже гласят о том, что на странице HTML должен быть ровно один HTML элемент H1, но тем, кто делает ленту.ru, им это, так сказать, не указ. Поэтому, даже если мы сейчас посмотрим, мы увидим, что у них аж целых 6 этих самых заголовков первого уровня. Но, как минимум, я вижу, что первый заголовок, тот, который мне нужен, вот он, маршрут построен Словения, да, он отличается от других тем, что у него задан вот такой класс. B-topic title. B-topic title. Ага, сказали мы. То есть нам нужно теперь сообщить нашему Beautiful Soap, что надо найти не просто H1, а у которого задан определенный класс. Как это сделать?
Да. На наше счастье здесь делается все очень просто. Достаточно масса, на самом деле, возможностей. То есть берем наш, опять же, объект, например, и дергаем у него метод, который называется find. Далее мы пишем что? Найди в этом тексте, да, а вы помните, нам beautiful soul приходит, мы текст, да, бросили. Найди html элемент h1, а далее вот таким образом, ну это один из вариантов на самом деле, там несколько вариантов, как сделать одно и то же в виде словаря. Мы указываем вот так h1, но не просто h1, а тот, у которого задан класс, небольшой копипаст, у которого задан класс вот такого вот рода. И текст, естественно, меня интересует. Вот. Остальной текст, если мы опять же здесь проанализируем, то мы увидим, что все остальные тексты, которые нас интересуют, они все находятся во всяких разных P. Разные. Ну, мы просто вытащим опять же P по-простому, да? Но поскольку P будет много, то мы сделаем так. Давайте, как сделать абзацы. Давайте там сделаем тупо lines. Вот так, окей. BS. Здесь мы можем использовать, например, метод, который называется find all. Ну, h1 нам нужен ровно один, я точно знаю, что он один, а здесь мне нужно много, поэтому я дергаю метод find all, указываю, опять же, html элемент. Понятно, что поскольку их много, то мне вернется целая коллекция этого. Мы объединим это все в единое целое. Вот таким вот образом, да? Давайте сделаем так. С новой строки начнем. Заджойним это все. И заджойним, значит, line. Выцепим текст. Для for line in наш lines, да? Как-то так. Как-то вроде бы так это все дело будет. Вот, то есть у нас на руках, обратите внимание, URL, у нас на руках title, у нас на руках body, и наша функция вернет, мы не зря писали наш класс, вернем экземпляр класса content, куда передадим URL, title, body, дабы все это красиво потом вот можно было как-то использовать, да? Ага, вроде как ошибок нет. Вот. Все, теперь мы можем, да, что сделать? Теперь мы можем это все каким-то образом вытащить. Так, то есть, например, сначала вызовем нашу функцию. Ну, давайте мы напрямую не будем сейчас городить огород. Через переменные передадим ей в виде строки сразу же это дело. Так. Вот. Мы помним, что там может прийти что-то плохое, поэтому сразу напишем, да, if con если там у нас non, как мы у себя, да? Если там non, то мы просто банально сейчас напишем print какой-нибудь там error, да, ошибка. Себе пометим, да? А если все хорошо... Если все хорошо, то, соответственно, распарсим это дело. Ну, мы по очереди напишем, например, да, print
Давайте напишем так. Заголовок. Заголовок. Отформатируем. Формат. Формат. Content title. У нас объект приходит, правильно? Теперь сделаем то же самое. Небольшой, опять же, копипаст. Заголовок. Под ним давайте напишем URL, да? Там. Адрес. Адрес. Вот так сделаем, да. Это контент URL. URL. Вот. И третье у нас, ну, а тело мы просто, наверное, тело, да, просто его выведем тупо, не будем тут выделываться. Body. Вот таким вот образом. Вот таким образом, да? Пробуем. Пробуем запросить в надежде, что у нас все получится. Ждем. О! С интернетами не все хорошо, но тем не менее. Опаньки. Вот, пожалуйста, мы получили, как видите, это наш заголовочек, это наш адрес, а это, соответственно, наш текст. Вот так хорошо. И красиво, да? И красиво. Я его скрыл, чтобы он не мешался. Правильно, да? Вот, замечательно, мы говорим замечательно. То есть мы говорим, ага, смотрите, а ведь мы можем то же самое замутить для какого-то другого, предположим, да, сайта. Ну, например, у нас есть сайт, там, здесь очень много... Давайте возьмем там, где поменьше текста, чтобы он тут у нас не высыпался. Есть у нас такой сайт RT. Ну, вот здесь вот чуть-чуть. Вот заголовочек и вот здесь чуть-чуть текста. Нам, я думаю, что нам этого хватит. Да? Нет, не надо. Вот, нам этого хватит. Соответственно, мы говорим, друзья мои, а почему бы нам не описать... Давайте опять же небольшой копипаст отсюда. Отсюда небольшой копипаст. Не описать бы нам вот такую функцию, которую мы обзовем news from RT. Понятно, да? Но в ней, в принципе, будет все то же самое, друзья мои. Ей будет то же самое. Однако... Если мы проанализируем, опять же, код нашей страницы, открываем, тут не меньший ужас, чем и на предыдущей, попробуем найти H1, на наше счастье наш H1 ровно 1, вот он, технически, у него есть класс, и даже не один, их два. Ну, поскольку он один, то можно и так оставить. Можно, на всякий случай, пометуя, что там еще какой-нибудь H1 может появиться, можно точно, точечно уточнить. Но давайте, опять же, уточним. То есть, там точно такой же H1, но вот такой, вот, например, уже с таким классом, да? С таким классом. Вот. А текст у нас там находится, если мы посмотрим, то текст у нас здесь находится не в P, а текст у нас находится в DIV. В DIV. У DIV несколько тоже классов. Как минимум там есть класс, который называется Article Summary. Article Summary, да? Поэтому мы здесь напишем так. Тело нам нужно вытащить из дива. Из дива. И давайте класс.
оттуда сделаем, где я его нашел, потерял, сейчас еще найдем. Вот он, article summary, например, да, article summary. Вот так, тык-тык. Отлично. Так, так. Теперь пробуем. Ошибок нет. Скопируем этот код, подставим сюда вот это наше теперь URL. Так, только у нас, естественно, функция называется news from RT. Ну, в принципе-то, все остальное здесь без изменений, да, по идее, должно быть. Так. Вот, пробуем теперь мы запросить это дело. Ждем. О, отлично. Отлично. Вот он заголовок и вот это самое маленькое summary, да? Чудо. Чудо. Вот, но при этом то, что у нас это хорошее чудо, мы обращаем внимание, что я уж очень много делал копипаста, что не очень хорошо. Вспоминая один из хороших принципов. Don't repeat yourself, не повторяй себя. Поэтому, если мы сюда посмотрим, то мы можем увидеть, что у нас вообще-то масса повторяющихся моментов. Ну, я уж не говорю вот про это, да, что вот эти два куска под номером 10 и под номером 12, они вообще идентичны за исключением вот этого URL-адреса, да. Но обратите внимание, даже вот эти две функции, они у нас разнятся фактически только вот в этих, то, что называется, селекторы, да? Обратили внимание? То есть то, из чего мы выбираем. Коли я уже упомянул вот эти селекторы, то смотрите, ведь у нас же может быть здесь не только классы, правда? У нас могут быть такие ситуации, например, у нас могут быть идентификаторы, правда? У нас могут быть какие-нибудь элементы, которые обязательно вложены в другие элементы. Да? И так далее, и так далее, и так далее. Так вот, наш замечательный Beautiful Soap предоставляет нам очень хороший, сейчас я вам на этом примере покажу, метод, который гораздо круче, чем find, и короче, чем find all, он называется select. Select. Те, кто из вас когда-либо сталкивался с такой JavaScript-библиотекой, которая называется jQuery, то вот здесь, в принципе, та же самая ситуация. То есть, теперь я могу просто, да, то есть мне не нужно отдельно писать вот это элемент такой-то, это класс такой-то, да, я могу просто фактически одной строкой написать вот так. Вот так. Вот такой селектор, который говорит, да, что найди мне H1 с таким классом. Да? Вот. А если бы, например, у него был идентификатор, то можно было бы написать вот так. Да? А если бы мне, например, нужно было бы найти какой-то, ну, предположим, span, который находился бы в H1, я бы написал вот так. Да, это известно, это CSS, в принципе. Если вы знаете селекторы каскадных таблиц стилей, то здесь фактически все селекторы, включая даже вот современные из CSS 3, они присутствуют. Да, то есть дай мне текст из спанов, который находится на любой глубине вложенности в H1 с классом article, да? Или, например, дочерний селектор, да? То есть то же самое, но только span является непосредственным, да, ребенком вот этого дела. Ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть тут любой стилевой селектор можно применять спокойно. Обратите внимание, я сейчас вот это поменял на это, да, и
принципе, здесь у нас должно быть, не, не должно быть, все то же самое, а, ну понятно, у нас там, да, его нужно пропустить через это, через эти, там не строка, понятно, возвращается, через этот, через цикл, да. Вот, так или иначе, да, сейчас мы до этого селекта доберемся. Вот, время уже поджимает, поэтому здесь не текст, а надо title потом бросить, естественно, в этот, в форм, пробежаться по нему, да. Вот, значит, что мы делаем? Поскольку мы видим, что у нас много повторяющихся вот этих вот дел, повторяющихся дел. Чего? Кто у меня? Где у меня? Так, здесь у нас работает все. Так, это хорошо. Ладно, мы все равно сейчас перепишем все. А, это сюда. А, это туда, да. Туда, да. Вот оттуда. Вот, то мы можем, друзья мои, мы можем это все дело очень серьезно объединить. Каким образом? Каким образом, да? Смотрите, мы сделаем банальный список. Банальный список, в котором, предположим, да, то есть у нас будет список списков. Первым параметром у нас будет находиться хост, предположим, да, хост. Вторым параметром мы будем, опять же, в виде селектора указывать, что нам нужно выбрать в качестве заголовка. Третьим параметром мы будем указывать, опять же, в качестве селектора, что нам нужно выбрать в качестве тела. Например, это у нас для нашего Russia Today. Для ленты.ру, предположим, да, для ленты.ру мы возьмем, соответственно, ее хост. Бабам. Так. У нас H1 там выбирается по вот таким вот классам, а селектор P вообще без чего-либо, да? P. Вот так. О, хорошо. Замечательно, да? Например. Вот, теперь. И таким образом мы можем делать список. Обратите внимание, здесь только хосты, да? То есть без непосредственного вот этого пути запрашиваемого, да, то есть мы знаем, что на этом сайте заголовок выбирается так, этим селектором, а текст, условно говоря, этим селектором. Так, вот, теперь чуть-чуть несколько классов сделаем. Первый из них будет отвечать непосредственно за сайт. Непосредственно за сайт. Опять же, небольшой копипаст отсюда. Угу. Только мы так, давайте здесь, чтобы было чуть-чуть понятнее, это будет хост, да? Это мы хост передаем, да? То есть не сам адрес, а хост. Это у нас title tag, имеется в виду вот эта часть, да? То есть вот сюда приходит эта часть, сюда приходит вот эта часть, а сюда, тоже напишем, будет тег. А сюда, соответственно, будет приходить вот эта часть, да? Соответственно, это title tag, это body tag. Так, вот, ну и все. И хватит у нас с этого дела, сайта. И мы с вами, соответственно, имея это на руках, имея список сайтов, имея непосредственно класс,
мы сейчас сделаем что? Это у нас будет список, например, сайтов, нужный нам, да? И мы, соответственно, поитерируем наш список индейта, заполним наш сайт с append вот, и используем наш соответствующий класс, да, то есть мы его заполним экземплярами этого класса. То есть у нас получится так: сайт сайт 0, правильно, да? Сайт 1 и сайт 2. Да? То есть post, title, body. Окей. Так. Вот таким вот образом мы их заполним, по идее. Да. Ну, можем посмотреть для интереса. Да. Вот мы видим, что у нас сайт заполнился, соответственно, двумя объектами, экземплярами нашего класса сайт. Ну, соответственно, сколько сайтов будет, столько и сделаем, да? Вот. Теперь давайте наверное, не будем залезать сюда. Мы слегка, опять же, таким, как, коли уж мы там начали делать, я скопипащу сюда, отсюда, да, мы так теперь грамотно делаем, да. Вот, наш класс контент, который выглядел так, мы ему давайте добавим, помимо, понятно, нашего конструктора, мы добавим ему метод под названием show, ну, потому что он печатал нам, правда, да, show. И в это самое show мы сейчас на самом деле перенесем вот эти вот, естественно, слегка модифицировав, так, что у нас? Ага. Вот так. Значит, заголовок. Единственное, что у нас, это будет что? Поскольку мы внутри нашего класса, это понятно будет selfie, это self title, это self URL. Да, а это, соответственно, например, self body. Ну и давайте отобьем пустышки, да, в конце. Вот так. Ага. Вот. Это наш контент. Это наш контент. Ну и, наконец, напишем непосредственно наш скрапер. Давайте его не будем так это громоздить, назовем его более по-божески, назовем его более просто, да, назовем его веб-бот, что, собственно, сути не меняет. Веб-бот. Значит, что мы здесь делаем? Где-то у меня, опять же, небольшой копипаст. Где-то у меня была getpage красивая. А, вот она. Сейчас, секундочку, сюда. Мы слегка его правильно, скажем так, это дело напишем. Вот так, да. Угу. Так, что у меня есть ощущение, что здесь... Ага, вот, все. Значит, мы напишем его, наверное, слегка так. Ну, поскольку это уже не функция, а метод, то понятно, мы здесь добавляем self. Так. Вот. Здесь мы URL, request, get URL, здесь все то же самое. Все то же самое, да? Вот. Но мы сделаем чуть-чуть по-другому. Давайте придадим слегка правильности. Это мы положим в try. А это мы... Accept. Заэксептим. Вот здесь у нас будет none. Здесь у нас будет none, да, вот сюда мы его перенесем.
Вот. А так у нас request text и parser HTML, да, все абсолютно то, что нам и нужно. Именно таким образом. Вот так у нас get page. Из функции мы ее переделали в метод. Так, get page. Теперь сделаем метод getData. GetData, который делает что? Обратите внимание, да? Значит, он принимает некий объект. Вот этот объект, это вот этот объект, да? Это beautiful song, имеется в виду. То есть мы, приняв этот beautiful, то есть мы дернем, когда мы дернем getPage, нам вернется либо beautiful song, либо none. Соответственно, если beautiful song, то мы сюда его и бросим. А следующим параметром мы сделаем что? Передадим селектор. То есть не что иное, как этот селектор или этот селектор. Да? Вот. Что мы с ними будем делать? Мы, соответственно, выбираем, если у нас, конечно, все хорошо. Как я уже сказал, мы говорим beautiful soap, select, да, select, и бросаем туда селектор. И бросаем до селектора. Поскольку сюда пришли элементы, это то, что на что он у меня там ругался, да, что я там обратился к тексту, мы не можем напрямую обратиться к тексту, нам нужно пробежаться и вытащить этот текст, естественно, по элементам, потому что там список элементов пришел. Мы пишем, что если, давайте опять же, да, elements, всякое может быть, не non, это раз, ну и на всякий случай, если длина, то есть общее количество этих элементов больше нуля, проверок много не бывает, скажу вам по секрету, да, то мы вернем return, собственно говоря, опять же, украдываю копипастом вот это дело, красивое, вот оно, только единственное, что естественно, при копипасте главное не забыть поменять все, что нужно, да, это у нас, давайте так, грамотно, это elements, а это, естественно, элемент, а это, естественно, элемент. Да? То есть join element text for element in elements. Ну, вроде как грамотно. Да. А если у нас там бяка какая-то, то мы, естественно, опять же, чтобы не останавливать наш код, мы просто, например, вернем пустую строку. Ну, например. Вот. Это два вспомогательных метода. И, наконец, главный метод. Давайте сделаем его, соорудим, который дергать будем. Это непосредственно наш парсер. Как его и назовем? Парс. Значит, что мы туда передаем? Мы туда передаем сайт. Какой сайт окучиваем? И URL. В данной ситуации URL это уже не хост, а адрес непосредственно. Тот, который после слэша идет. Правильно, да? Вот. Что мы делаем здесь? Значит, итак, сюда у нас передается сайт. Еще раз, это вот эта часть. Вот сайт. То есть хост фактически нам нужен, да? Мы берем, для начала мы соорудим полный путь. То есть мы берем хост сайт URL. Сайт URL плюс вот этот URL, который мы сюда передали, да? То есть, еще раз говорю, это у нас получится так. То есть, мы берем, например, вот это, да, и конкатенируем, соответственно, вот с этой частью, да, чтобы получить полный путь. Это во-первых, да? Теперь пытаемся дернуть нашу getPage. GetPage, передавая, соответственно, сюда вот этот сформированный полный путь. Правда?
О, передали. Раз. Опять же, обратите внимание, наша GetPage может развернуть none. Правильно? Поэтому мы тут, если BS is not none, давайте сделаем так, да? Делаем is not none, то выбираем title. Выбираем title. Дергаем getData. GetData наша. GetData. Передаем туда в качестве вот этого нам объект и селектор. Да? В качестве объекта, естественно, BS. В качестве селектора site title. Там именно селекторы лежат. Правильно, да? Раз. Бам. Кто у нас там еще? Body. Body. Body, сайт. У нас контент, кажется, мы назвали, да? Уже не помню как, ну ладно. Контент. Вот. Контент. В body. Перешли, да? Теперь, ну и напоследок, опять же, убедимся, что все в порядке. Напишем, что если у нас title, например, не пустой, и при этом body, например, не пустое, поскольку проверок много не бывает, как я уже говорил, то мы формируем контент. Это наш класс контент, который мы сделали в самом начале, да? Бросаем туда что? А, полный путь. Б, title, полученный уже. И body. И дергаем его метод content show, который у нас там есть. Так, давайте-ка мы обозрю это дело. Нет ли у нас тут ошибок? Интересно как. Вроде как нет. Итак, значит, data у нас здесь есть. Вот она есть. Сайты. И попробуем это все дело теперь запустить. Да? Например, давайте сделаем так. Никуда. Например, бот. Это, соответственно, наш веб-бот. Мутим. Да? Ну, дальше. На самом деле, давайте мы, так сказать, по короткой программе для начала. Да, например, берем парс. Парс. Что мы парсим? Сайт. Сайтес. Сайтес. Ноль. У меня там. Ноль. И опять же заготовочки у меня, чтобы не терять времени. Несколько тут вот этих вот. Давайте RT. Там поменьше просто текста. Поменьше текста. Опять URT возьмем. Есть у меня еще одна заготовочка, чтобы не искать новости положительные. И еще одну сделаем. Сразу три. Убедимся, что все это хорошо. Что все это у нас работает. По идее должно работать, да? Запустим это все и оп-ап-ап. Что-то у нас куда-то ушло. Так, сайт не имеет атрибута content, да? Это у нас он куда указывает? Вот сюда. Вполне возможно. Давайте посмотрим, а что у нас имеет сайт. Ну, пока писал, уже забыл. Да, он называется у нас на самом деле body, да? Он у нас называется body. Body. Поэтому я чуть-чуть очепятался. Вот. Попробуем сделать так. О! Ну и вот. Вот мы получили. Да? Заголовок, адрес, текст. Заголовок, адрес, текст.
Но понятно, что по-хорошему надо сформировать список вот из таких, правильно, да? Адресов. Вот. А поскольку у нас сайтов несколько, то понятно, можно сделать список списков. То есть в списке у нас сайт, например, там РТ, и потом пошли адреса, которые мы дергаем, да, там Лента.ру, и потом пошли адреса, которые мы дергаем, да. Вот таким вот образом мы уже получили неплохого, прям скажем так, робота, бота, который уже может что-то выдергивать. Ну, понятно, что выдергивать мы можем все, что угодно, да? Таким образом, друзья мои, мы от вот этого самого начала, с чего мы начали, да, мы добрались, вот, в принципе, до неплохого кода. Да? То есть у нас есть класс, описывающий наши сайты. Так, сайты, которые мы, опять же, коллекционируем в списке в виде экземпляров этого класса, да, куда передаем хост и селектор для тайтла и селектор для текста, например, да. Вот. Потом у нас есть класс content, который, собственно, делает ровно две вещи, да. Он принимает уже распарсенные, соответственно, текст по-нужному и что-то с ним делает. Ну, в частности, у нас он выводит его на печать, да. И непосредственно наш веб-бот, да, у которого основной метод parse, который исполняет основную работу, да, который дергает нашу страницу, получает из нее данные и, соответственно, создает экземпляр класса content и показывает то, что мы и хотели. Вот уже так выглядит неплохо. Правильно, конечно же, далеко, так сказать, от, ну, не так, чтобы далеко, от идеала, но, как известно, совершенству нет предела. Это все дело можно еще развивать и развивать. Но, в принципе, основная идея, то, что я хотел вам рассказать и показать, она примерно именно такая. Такая. Так что, если вы хотите, опять же, работать с вот, HTML, например, да, с какими-то сайтами удаленно, то, опять же, обратите внимание на вот эти две вещи. На Beautiful Soap и, соответственно, на Requests. Да? Потому что с помощью Requests очень удобно посылать абсолютно разные запросы, опять получать данные там и заголовки, только тело ответа и заголовки, и статусы, и прочее, прочее, прочее. Ну, а Beautiful Soap вообще позволяет парсить страницу вверх-вниз, влево-вправо, как угодно, основываясь на, как я уже сказал, просто на HTML элементах, либо используя селекторы всевозможные. То есть возможностей очень много и возможности широкие. Да. Вот все, о чем я хотел сегодня рассказать.